Не можешь пополнить свой аккаунт Steam для покупки игр? Не беда. Благодаря нашему сервису ты можешь пополнять свой профиль в любое удобное для тебя время и с самыми низкими комиссиями. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик и Алекс Фреш. Всем привет, народ. Ребята, мы сегодня едем в заброшенную деревню доставлять топливо и продукты. Да, в горах. Так. Да, мы где-то в горах, кстати, здесь сложная дорога, судя по всему. Но, ребята, за такую серию нужно поставить лайкосик и обязательно подписаться на наши каналы. Ссылочка на Алекс Фреша будет в описании. Я надеюсь, что на меня тоже будет в описании у него. Да, чтобы больше выходило таких видео. Да, поддержите нас, пожалуйста, а можно и комментарием тоже поддержать. Как фары так, включить? Ну что? А, во. На H. H. Тут какая-то горная река, но мы едем в заброшенную деревню. По-моему, у меня... потяжелее газелька за счет топлива, чем твоя. Ну, хотя не знаю, всего. Тоже, может, нагрузили до Талова. Ну, знак у меня какой-то стоит, типа опасный груз вот этот. Что-то... Да? Может, потому что ГБО у меня. Ребят, кстати, газели, как ух видите, ты, блин! Полноприводные. Что тут? Что там? Что там? Что тут за яма? Я в яму в какую-то въехал. Что там происходит? Давай выезжай из ямы. Объедь меня. Куда ехать? Да наверх куда-то вон. Куда? Давай наверх выезжай, я сейчас выйду. В смысле? Подожди, подожди, ну, мы сейчас сцепимся. Ну мы сейчас жопами как собаки этот. Подожди, подожди, в смысле? У меня даже камера туда не отдает. Ого, а сколько тут градусов? Ты посмотри, градусов 60, это? Наверное. Так, давай это чуть-чуть, наверное, ну, чуть-чуть назад, чтобы мало ли, вдруг я покачусь вниз сейчас. Давай с ланча, наверное. Ланчу. С ланча? Давай, ланчну, ланчну. Ребята, ставьте лайки, чтобы я заехал. Давайте, давайте. Едет? Ё-моё. Ну, я не знаю, коробка переключается. Блин, постоянно. Блин, меня шлифует. Я не могу здесь выехать. Фух, охренеть, фух, подъем еду, какой. Я нифига себе. Я таких подъемов еще не видел. Ого. Обалдеть. Мы вообще доедем? Блин. Ты выехал? Да, застрял. Нет, проехал. Фух. Охренеть. А ты посмотри, что дальше. Там вообще какая-то жесть. Ух ты, блин, задняя передача. Не то. Назад. Так, тихо, не надо. Без этих давай. Без задних передач. Слушай, как? Слушай, это очень опасная тропа. Народ, если вы хотите, чтобы мы на какой-то еще технике здесь попробовали проехать, то обязательно напишите в комментах. На габарите, может быть? Да ну не габарит, мне кажется, тут... Ребята, накидайте много лайков. Накидайте очень много лайков, максимальное количество. И мы постараемся вас еще удивить. Но, по-моему, тут уже сильнее удивить мы вряд ли сможем. Блин, да тормоза-то не держат даже. У меня машина назад шлифует, понял, и все равно вниз летит. Так, будь осторожен, я там чуть не перевернулся. Меня стащило. Как ты это сделал? Так, подожди, давай, может, залебедим тебя за морду? Сейчас я попробую. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не, только вперед, 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 вперед. Вперед я уперся. На назад чуть-чуть. Погазуй чуть-чуть вперед, у тебя это защита же там. Она гнется у меня. Ребята, это что за жесть? Это что за жесть? Охренеть. Хоть раз можно. Видели такое? Слушай, хоть раз такое видели? Позже, а мы что, назад вернулись? А, нет. Нет. Я думал, мы обратно спустились. А вот тут есть некая dangerous проблема. Тут река, тормози, тормози! Не тормозит! Не тормозит, с ручником даже не тормозит. Так, я, наверное, на газах только пошел. Смотри, там яма справа огромная. Блин. Яма справа. Давай. Ой, как подожди. Это не, все норм. Я морду уперся просто. Нормально едешь? Еду. Я ланчнул тут на горе прямо. Вообще, ребят, вы посмотрите просто, что творится, что творят эти парни, посмотрите на это. О, точка разведки. Я пытаюсь, тут тоже стаскивает, прям в бок. Будь осторожен. Она еще, потому что мощная, она шлифует, и поэтому сразу и тащить начинает куда-то. Тут вообще жесть. Тут жесть. Слушай, тут жесть просто. Тут горная река опять. Так, я понял, еду. Встрял. Встрял? Держись как-то там, да, не падай.
Я просто мордой жестко уперся. Давайте я попробую этот. Я рою землю. По чуть-чуть копаю. Давай только это, аккуратно там, а то мало ли что-нибудь случится. Да я чуть назад отъеду. Будто вот сюда надо. Немножко левей. О, может быть. О! Оп! Оп! Ух так. Ты, блин, нифига себе. Подожди. Подожди. Мы приехали? А дальше-то куда? А дальше-то куда? А дальше куда? Продукты отвезли, надо ехать домой. Домой? Это вот тут? Вот это заброшенная деревня получается? Ну да. Ну... О, нифига, я проехал. Дядя, а как мне развернуться? Так, я даже не знаю, слушай. Сейчас давай разгрузимся здесь. А мы вообще проедем, ты думаешь, назад? Тут вопрос в том, что мы развернемся назад. Не, развернуться развернемся. Вот тут, я думаю, да, точно. Так. Ёб твою налево. Нет, 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 нет. Цепай меня. Я цепанул. Давай. Давай, давай, давай. Все. У тебя аж баллон газовый отэтался. Держи, держи меня как настоящий мужчина. Держу, держу крепко. Все. Так, то есть у тебя не получилось развернуться, я правильно понимаю? Да что-то я это. Так, я тебя отпущу сейчас, меня подожди. Это? Да я попробую. Тут вот этот бы сдвинуть. Вот этот товарищ Крас. Давай его в реку уберем. А вдруг он сейчас перекроет нам? О, я развернулся. Так, а как ты развернулся? Да как-то вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я попробую сейчас. Слушай, о, проехал. Так, ну я вроде нормал. Развернулся четко. На опыте. Ух ты, вот это в камень влетел уже. Ты, по-моему, на дыбы встал. Ой, ой-ой-ой. Ох! Хьюстон. Yes, у нас проблемы. У тебя, по-моему, ГБОшка отвалилась. Да, у тебя также была она отвалена. Так, у нас вот сейчас жесткая проблема, ребята. А как тебя цепать, я уже не помню. На галочку. На галочку. Туре. Как же еще? Так, а как мне? Я ж не могу туда назад проехать. Давай тебя за морду цепану. Назад нет. Давай как-то за морду. Я, в принципе, не могу ее запустить даже, если что. Так, я сейчас упаду. Я упаду вообще! Держись! Ё-моё, дядя, меня сейчас смоет потоком воды. Блин, а меня стаскивают из-за тебя. Меня стаскивают. Так, подожди, ты упал, что ли? Да. Ты всё, умер? Я держусь ещё за тебя. Я запустился. Я подтяну тебя сейчас. А, нет. Ой. По-моему, мне хуже... А, нет, одинаково. Я думал, мне хуже, чем тебе. О, слушай, заводись. Подожди, надо, наверное, расцепиться. Ой, я могу, походу, завести. Я пытаюсь назад ехать. Я тоже. Наверное, вперед. О, слушай, вперед. А салончик хороший. Ты назад, а я вперед, давай. Да, я ж так и еду. А, да? Я утонул, но я как будто... А, шноркель у меня. Я ушел под воду вообще. А я на тебе еду. Да слезь с меня, я тону. Так, мне надо заглушиться, я сейчас сдохну. Глуши ее. Я заглушил. Мы потихоньку плывем вниз. Точно? Слушай, надо, это... по-моему, подняться на горочку. Мне и кажется, взять... мы не сможем тут. Давай возьмем эту тяжелую технику. А мы. Вот там для двоих она стоит, тяжелая техника, или как? Ну да, как бы. Можно сделать цепай нормально. А, я тебе скажу так, что в принципе я вот. А, я заглох, да? А почему? Ну ты ж под водой? Нет, я уже не под водой. А я не знаю тогда. О, завелся. Ой, ёб твою! Так, я завелся. Я уже не под водой. Так, но техничка уже не поможет, она сломалась. В смысле? Ты сломал техничку? Я на нее влетел за горы. Зачем? А, я вижу! Подожди, а у меня она есть? Есть, у меня она перевернулась, и у нее 600 урона. А где она у меня? Наверху где-то там, посмотри. Слушай, а может у меня есть... А, есть, подожди. Так,
Сейчас, я спасу. Ты посмотри, сколько ремонта там у нас. У нас много? Припасы такие, что можно месяц жить в тайге. Я спасу сейчас нас, не переживай. Сейчас. Ой, я еду задом куда-то. Не надо. Газель. Газель может. Так, я спасу сейчас всех. Я пошел спасать. Смотри на меня, я спасаю сейчас. Я спасатель Малибу! О, слушай, ты этот плагиат сделал, по-моему, только что. Туда же, ровненько, смотри, идеально прям. Он заводится, но дэмэдж жесткий у него. Дэмэдж. Слушай, я выехал. Дэмэдж. На нем? На газели. На газели я выехал. Так, мне надо... Винч мне не надо. Мне надо пересесть на газель. А как ты выехал? А я вот газовал. Вот так же, как и я? И выгазовал. Да. Вот так же, как я? Да, только я задом ехал. Я просто полубоком газую. Как а вы. Я ж так же. Я вот бочком ее выкладывал, она налево. Выложил? Налево. Налево. Направо мне. Как налево. Ну ладно. Как хочешь. Подожди. Слушай, ну я ж надеюсь, никто не узнает о том, что мы технику там чуть того. Ну, самое главное, продукты привезли, давай не будем как бы... Затрагивать больные темы, да? Да. Усугублять то, что давно усугубилось уже, мы не будем. Мы сделаем вид, что это не мы. У нас была задача и был план, которого мы придерживались. Мы сделали то, что нужно Ой. Было делать. Слушай, не могу выехать. А, не, поехал. Давай. Просто я на пузо сел. Цепай там что-нибудь. Я на пузо там нормально сел. Да? Ну ты правильно отрастил пузо-то. Садишься теперь. Так, ну самое главное, как будто бы самое сложное мы прошли, но возможно и нет. Возможно и нет. Ну, учитывая, какой экшон тут был у нас, то... Ох ты, нифига! У меня газелька встала. Да. Кстати, я тут недавно в ЕТСе видел буханку, которая также. И понял, что алдов, которые смотрят и знают, что у вас стал очень-очень мало. Буквально пару комментариев таких было. Это печально, но, ребята, пересмотрите прошлые серии все. Да, кого у вас все тысячи встает. Видео. Все тысячи видео пересмотреть. Так, видимо, вот сюда надо ехать теперь. Ёлки-палки. Я хотел помыть ее. Ты утон... Нет, так вон же дорога, нет? Нам туда так, да надо ехать. А я ж как бы это... А ты все утонул? Слушай, я походу во что-то вред. Нифига там берег какой. А там, походу, невозможно проехать. На правее жестко. Или нет? Я прям уперся жестко. Я вообще не понимаю, куда ты хочешь ехать. Ты утоп, я не хочу, что? Я не хочу так умирать. Подожди, я знаю, как надо. Я сейчас сделаю красиво. По мне проедешь, что ли? Дядь. Я попробую. Ну, я попробую. Дяденька, не надо. Дяденька, не надо. Давай, пошел с ланча прямо. Давай, первая, третья, пятая, десятая. Давай, пошел. Хорошо. А ты реально сейчас, походу, проедешь. Ты мне, походу, тент прорвал, я думал, на дне вообще. А может, и проеду? А проеду? Слушай, вытащи мне, пожалуйста. Тут вообще жижа. Ты, может, меня спасешь? Я спасу тебя сейчас. Тут жижа просто. Тут вообще жижа. Так, как тебя тянуть? Как жижу. Тагу, куда ты, блин? А что там? Да выйти, ну и сейчас нормально. Газуй. Газуй. Газуль. Газель. Газель. Так, а за что тебя зацепить-то получше? То за что-нибудь. Сюда, у меня тут урон летит бешеный просто. Так, а как ехать-то и газовать одновременно? О! О! Дай тебе бог здоровья. Счастья, любви. Это профессионализм. Это профессионализм. Давай в жижу заезжай. Профессия прям. Анал. Да. Ну все. Жижификация. Жижификация происходит. Готово. Мы справились с данной миссией. Well done, получается. Да. Medium rare. Так, ребят, ну в принципе мы справились. Я думал, что будет сложнее. Но, видимо, или газель мощная, или наши скиллы такие, что просто нам ничего не может стать преградой. Аж хочется нырнуть сюда, аж охладиться.
охладить свой пыл. Ну что, будем на этом заканчивать, наверное. Да, спасибо за внимание. Подписывайтесь на каналы, ссылки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока-пока, ребят.